Крымские ханы в своих титулах обозначали себя великим падишахом всех татар. Крымские татары являются потомками тюркоязычных, кавказских и других племен, населявших Восточную Европу. В 1471-1472 годах чешский король Владислав II Ягеллон обращался к Менгли-Гирею как к хану татарской земли, великому императору. В ярлыке 30 декабря 1609 года, отправленному королю Сигизмунду III, хан Селимет Герай писал: «Великий, свободный хан Большой Орды, могучий и великий хан Дешты-Кыпчака, всех татар, черкесов, а также многочисленных ногайских народов, Селимет Герай».